Мешает реклама, нажмите крестик. Всем привет. Ну, с вами опять Антон. На канале Антон Фриланс. Вот сегодня у меня массовки очередные. Вот, я хотел показать вам немножко. Вот, снимается сериал тайский. Вот здесь мы сейчас только все начинаем. Вот, и я пока даже не знаю, какая у меня роль сегодня будет. Вот, но я, походу, тут из фарангов туристов только вот я и девушка. Остальные все тайцы, вот, поэтому посмотрим. Наверное, мы будем как туристы. Здесь такое место интересное. Такая как бы гостиница, ну, в поле, где бассейн. Вот. Так что увидим, посмотрим, что будет дальше. Все, пока-пока. Сейчас вот здесь вот снимаем. Вот у нас тут массовка, мы вот с девушкой на фоне главных актеров проходим к бассейну, общаемся. Здесь вот мы приехали как вот в отель такой красивый, вот зарегистрировались и идем к бассейну, там делаем селфи, фотографируемся. Смотрите, король здесь такой очень гламурный в розовом пиджаке сидит с фотоаппаратом, который вот умер. Сейчас его сын правит. Ну вот такие дела. Вот такие вот у нас компания Чолумпуни Продакшн, который снимает этот сериал драма, тайский сериал. Вот так вот. Здесь такой вот красивый бассейн. Прямо между номерами. Такой бассейн-дворик. Вот съемки продолжаются, поменяли ракурс. Ну, разборки там снимаются, выясняет, наверное, чья девушка, драма снимается. Вот. Приезжайте в Таиланд, устраивайтесь как я, моделью фрилансером, будете работать, станете известными, возможно, в Таиланде. Вот, будете, вас будут по телевидению показывать, в рекламах разных. Вот, может быть, даже хорошие деньги начнете зарабатывать. Вот, в принципе, тут ребята есть такие, которые платят по 30, по 50 тысяч в день. Вот, желаю вам удачи, всего хорошего. Ага. Ничего себе. Сколько рыбы. Все такие красивые. Обалдеть. Какие, смотрите, красивые рыбки в Таиланде. Я стану сюда в уголочек, чтобы, получается, правильно попадало. Ну, так вот примерно. Ага, понял. Фотографируешь? Чуть-чуть. Да-да-да. Мне кажется, надо чуть-чуть поближе, потому что... Мне кажется, нет, ты стой, я погромче говорю. Мне кажется, надо поближе, потому что там, получается, от пальмы темно, и яблоко видно, да. Мне кажется, если подойти поближе и вот так ставить телефон, чтобы пальму было видно. И когда ближе, мне кажется, светлее. Вертикально, и смотри, я когда встану, вот еще вот так вот нажму, чуть-чуть посветлее станет. Чтобы резко направить. Ага, хорошо. Все равно на картине. Не, нормально. Да. Ага, фотографирую. Еще раз. Вот так вот.
смотри как. Да, тоже. Темнота, вот. Конечно. Можно к воде еще туда пойти, может быть. Обидно, что вечно из-за света фотки нормальные не получаются. То светло слишком солнце, то вот так вот темно нифига. Да. Вот, конечно, получается какая-то речка, болотце. Место, в котором мы, на котором снимались, ресторан Orient River Baccarat. А вот меня сфотографируй на фоне ресторана. На самом деле сейчас идет видео, но можно во время видео снимать просто. Ага, хорошо. Ну, вот где? У Байка. Ага. Вот. Ну все. Да, обалдеть, какие старинные байки. Охренеть, какие старые. Красивые велосипеды прикольные. Вот так, вот сегодня день рождения у одной из звезды сериала. Вот такие дела. Вот здесь вот гримерка. Вот. Так что так, все круто. Ну все. Всего хорошего вам, пока.